Братья и сестры, дорогая молодежь, я вас рад всех приветствовать словами нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Я хочу Господа прославить прекрасным пением. Я думаю, что вы, наверное, наверняка все его знаете и поете в вашей церкви. Это пение о молитва, в жизни Богом ты дана». Вы знаете, друзья, это пение очень дорого мне, потому что благодаря молитвам, молитвам моих близких и родных, молитвам моей церкви, молитвам моей матери и отца, сегодня я могу находиться здесь и славить Господа. Слава Ему за это. Поэтому, друзья, кто знает это пение, вы можете петь вместе со мной и прославим этим пением нашего Господа. Аминь. Радость получать.
Слава Господу!